Эти инвалиды-баскетболисты – лучшие в Приморье. Именно поэтому опытные спортсмены заслужили право представлять наш край на чемпионате России по баскетболу на колясках. Такие значимые соревнования приморцы посещают уже несколько последних лет. Однако, увы, еще ни разу не привозили с национальных турниров медали или кубки. Но есть все шансы, что именно чемпионат этого года станет исторически особенным для местных баскетболистов. Чемпионат пройдет в Алексине, это Тульская область. То есть ребята прилетают в Москву, садятся в автобус и едут в Тульскую область. Чемпионат разбили на две группы. То есть группа сильных команд, самых сильных в России, я не знаю, это команд 5, наверное, будет. И группа уже, так сказать, второго дивизиона, это вот как раз та группа, в которой будем выступать мы. Наша команда будет представлять Приморье под именем и формой местного «Спартака». Это не случайно. Именно Владивостокский профессиональный клуб когда-то подтолкнул здесь людей с ограниченными возможностями к созданию своего спортивного коллектива. К тому же в этом году вице-губернатор Павел Серебряков заявил о планах создания на базе приморских клубов официальных секций для инвалидов. Эта же команда существует давно. Сейчас на тренировках для них главное – найти свежий стиль игры. В тренировках упор, ну, самое главное – взаимность. Ну, то есть мы стараемся друг друга увидеть и услышать. То есть у нас бросков много, а попаданий очень мало. На чемпионате будет нелегко. Как отмечают местные специалисты, на Западе инвалидный спорт отнюдь не просто способ реабилитации людей. Там все это развивается на более профессиональном уровне. Они более сыграны, они понимают друг друга, кто куда двигается, то есть они друг друга чувствуют. Ну и видно, что люди чаще тренируются, все-таки техника бросков, то есть передачи у них гораздо лучше, то есть, ну, помоложе у команды. Состязания будут идти целую неделю с 13 по 21 ноября, поэтому интрига сохранится вплоть до последних матчей. Но даже если приморцы не привезут во Владивосток почетные награды, они вернутся сюда с огромным багажом уникального опыта. Максим Яковлев, Сергей Тулатиев, новости спорта на 8.